Всем привет! Сегодня 7 сентября, и вот перед нами Брахия армата, эритея вооруженная, мексиканская голубая пальма. Ну, как она себя проявила в этом году? Значит, лучше, чем в прошлом, сразу могу сказать. Она дала, полностью развила и выпустила 3 новых листа, 3 новые ваи. Вот, четвертая на подходе. В прошлом году всего одна вая была. Вот. И я хочу сегодня, вот сейчас, хотя это я не рекомендую делать, но вот они меня что-то раздражают, вот эти вот длинные ваи, старые, которые она сформировала, когда росла еще в горшке. Вот обратите внимание, какие они вытянутые. Вот, обрезать их. Ну и оставить уже все, что у нее как бы формируется в открытом грунте. Так, буду оставлять. Не совсем коротко обрезать. Что могу сказать? Как бы пальмам не рекомендуется обрезать ваи. Как бы нужно, чтобы они у нее вообще дошли до такого состояния, что полностью высохли. Но здесь они слишком вытянутые. Их мотыляет ветром. Вот. И она, конечно, смотрится не декоративно. Эту, она тоже длинная. Ну ладно, давай еще эту. И все, это остается. Вот, что я хочу показать. Смотрите, обратите внимание, вот вая, которая выросла у нее в горшке, видите, практически бесшипная, видите, без шипов. Вот, видите, вытянутая без шипов. И обратите внимание, вот как выглядит вая, которая у нее уже сформирована в открытом грунте. Вот. Вся в шипах. Поближе можно снять. Вот. Поэтому она и называется эритея вооруженная. Ну вот, всем спасибо за просмотр. Будем наблюдать за ней дальше. Всем всего доброго.